Я бы даже сказал, за что-то не дали просто. Не дали, потому что я думаю, что все поставили первого уровня. Что она не докручивала. Нина Петушкова, тройной луз, двойной тулуп. Видите, как поднимается на ногу? Четвертый уровень вращения, да, держанное все. Стой, Нина. Чуть не потеряла нас с вами. Да, в этом году она перешла к Жанне Федоровне. И мне кажется, что она стала намного лучше. Вот у нее очень большая, она сама крупная девушка, да, высокая очень. В принципе, очень тяжело кататься с таким ростом, да? Она справляется и очень хорошо прыгает. Прыгает высоко. Кардинина, это тоже, она тоже из школы Лены Водорезовой. Половина спортсменов, которые катаются здесь, на чемпионате России, все прошли школу ЦСКА Водорезовой. Это вообще о чем-то говорит. Вот, и они работают в этом году, там сегодня. И вот у них виден результат. Она еще не свободно, конечно, катается. Она не свободно катается, у нее есть проблемы с выразительностью. Но уже как-то потихонечку лучше. Ей нужно кататься так технично, должна быть такая техничная, чтобы ее в этом 3-3, чтобы ее в этом никто не догонял. У каждого свой путь. Не все могут танцевать умирающего лебедя, даже по внешним своим данным, но... Напугалась, она еще детка, напугалась, что она в другую сторону. Ну и стояла бы так, знаете, как уже умудренная опытом спортсменка бы стояла. Стояла и стояла. Она напугалась, смотрит, а нам судей-то нет. После вращения она раз немножко довернулась. Детка еще, видите, она еще, сколько ей?
17. Она 92-го года, ей сейчас 15. Ей 15 да. лет. Будет в мае 16. Да. А такое и не только с молодежью бывает. Помните, Саша Коэн на турнире во Франции финишировала вот там вот после дорожки на пустые трибуны да. возле короткого бортика. Раз, а там нет никого. Ага. Так бывает. Потом она увидела вас и успокоилась, повернувшись. А тут и Татьяна Анатольевна показывает стоять. Если Татьяна Анатольевна показывает стоять, все стоят. Не только фигуристы. Ну, потому что только тренируешь это на катке, говоришь, 3 секунды стоять, стоять после, считать, раз, два, только потом сняли позу. Кстати, очень многие, или как по-другому сказать, очень мало кто действительно выстаивает. Обычно все прям бросают, да, недовольные скорее, да, своим да. прокатом. Или наоборот, очень счастливые. Ну, с замиранием все ждут оценок. А вот их уже поставили. Значит... Неплохие оценки. 28.52 за элементы и 23.57 за компоненты. Таким образом, она всего лишь на 0,1, да какое там, на 6 сотых всего лишь отстает от Ксении Доронины. У нее 54.09. Получила бонус за сложные элементы. 2,0. Говорят, она бонус получила. Немного дали бонус. Ну, 2 балла. Нет, 2 балла. Да. А почему же Ксении это не дали? За лут с рукой. Тогда хочется спросить. Это первая женщина, которая прыгала лут с рукой. Какой за что же ей дали бонус? Не знаю, сейчас узнаем. Пока не отказ...